любые наши действия во времени через некоторое время становятся неточными. Понимаете? Из-за того, что они становятся неточными, из-за того, что время проходит, мы как бы теряем фокус. Нам нужно каждый раз фокус наводить. И нам следующее высказывание в этот момент становится более точным, чем предыдущее. Из-за этого заключается весь принцип современного искусства. Вам все время приходится высказываться, чтобы попадать в момент времени, чтобы быть им адекватным. Если люди не осознают, они берутся за старое каждый раз, потому что есть методы, которыми мы привыкли действовать. Одинаково мыслить, идти по шаблону. Мастера Нецки, например, когда делали свои скульптуры небольшие, они на год их закапывали в песок, в коробку. Потом, когда они их забывали, раскапывали, смотрели как на чужие. И это было важно, это был важный момент. Хороший она или нет? Потому что когда делаешь, ты не знаешь. Ты увлечен. Нужно отстранение. Для меня растение, с одной стороны, это образ мужественной позиции, потому что растение растет там, где оно упало семечко, оно не выбирает, не жалуется, оно просто растет. Но удивительность в том, что оно каждый раз растет по-разному, потому что это разные виды растений, и одновременно одинаково, потому что оно свой вид проявляет. Одуванчик всегда будет одуванчиком. То есть меня поражает метафора всех понятий, которые сложены в одном таком простом виде, как растение. И при том, что мы как будто бы властны над ним, но в реальности нет.